сотрудниками управления ФСКН России по Республике Мариэл была задержана организованная преступная группа, которая занималась сбытом синтетических наркотических средств на территории Пензенской области, Республик Мариэл и Чувашии. В состав преступной группы входило 4 человека, все они граждане Украины. На момент задержания у преступников было изъято свыше 3,5 килограммов синтетических наркотических средств. На черном рынке подобная партия оценивается примерно в 9,5 миллионов рублей.